Сейчас будет дальше, еще интереснее. Спасибо, Андрей Серафимович. Пожалуйста. Круто. Какая сочная программа у нас получается. У нас еще впереди много вкусностей. Хочешь? Тоже откажется от угощения. Хочешь черный кофе? Нет, спасибо, Кирилл. Ну, тогда апельсин или ДДТ. А что еще есть? Может быть, Калинов мост, технологию, летний сад, звуки му. Постой. Зачем все в одну кучу собрал? Мосты, сады, какие-то странные звуки. Ну, это же музыкальные группы. Ясно. А нет ли среди них группы с каким-нибудь нежным мелодичным названием? Может быть, инъекция звука? Это то, что нужно. А можно послушать? Даже нужно. На сцене инъекция звука. За завесой дождей тени серые, и движение людей неумелые. Посмотри мне в глаза, ты увидишь миг, как искалось тебя в переулках пустых. Пройдя лабиринт домов, я в небо смотрю без слов, любуюсь ярким светом звезды красотой пустых мостов. Всегда обе свои не потерять, став прозрачной тенью под дождем. Ведь о том, что взойдет моя звезда, слезы высохнут опять и уйдут сомненья. Вообще отлично.
поджигает. Ты слышал, как по твоей луне исполненный в огне мой самый страшный сон гуляет. Засыпают птицы, умолкает резвый город, расцветают страхи от дождя. Танцевальные песни, под которые все должны танцевать. Танцуй. И пой. И пой, да. И еще на гармошке сыграй, пожалуйста. Thank you.
дни новой весны. Танцуй на сколько моих желаний, разбей на кусочки мои мечты. Танцуй, танцуй в зале ожиданий новой весны. Танцуй. Ничего не изменить теперь. 28 000 раз за час я почему-то думаю о нас, и хочется родить мне в череды. Этот шумок даже не в силах вымыть из головы все твои песенки. Все, что сделал, ты знаешь, мне так нелегко с тобой. Спасибо за выступление, девочки, группа «Инъекция».